Всем привет! И сегодня я хочу поделиться рецептом маринованные шампиньоны. Вам потребуется 1 кг шампиньонов, 1 литр воды, 2 чайные ложки соли, 2 чайные ложки 9% уксуса. Для маринада 300 мл воды, 6 столовых ложек сахара, 2-3 столовые ложки соли, 50 грамм 9% уксуса, перец черный горошком 8 штучек, лавровый лист, примерно 2 штучки, и 4 зубчика чеснока. Грибы моем, чистим, если необходимо, разрезаем пополам. В 1 литр воды добавляем соль и уксус и кипятим. В кипящую воду кладем грибы и варим их 10 минут. Откидываем на дуршлаг. Затем складываем в банку. Добавляем в банку несколько зубчиков чеснока, перец и лавровый лист. В это время завариваем маринад. Воду, уксус, сахар и соль в одной посуде вскипятим. Теперь можем заливать наши грибы маринадом. Вот и все. Ждем сутки и можно лакомиться своими грибочками. Приятного вам аппетита! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал и вы узнаете много нового и интересного.